Анимационная программа, мастер-классы, музыка и рождественское угощение. Все новогодние каникулы жителей и гостей Одинцовского округа радовал фестиваль «Гостеприимный Звенигород». Мы открыли новую точку притяжения жителей города и туристов. Это фестиваль «Гостеприимный Звенигород». Находится она на улице Ленина между Московской и Комарова. Здесь работает мастер-класс. В центре внимания различные поделки из бересты, которые известны еще со времен Древней Руси. Кукол, животных легко можно научиться делать своими руками. С искусством плетения смогли ознакомиться и взрослые, и дети. Так. Смотри, я взяла за уголочки. Все, ручки готовы. Ручки готовы, давай тут ручки сделаем. Такие мастер-классы, чтобы буквально за час ребенок научился что-то делать, и у него в руках осталась память, вот такая поделка о том, что сегодня у нас прекрасный праздник. Фестиваль «Гостеприимный Звенигород» становится доброй традицией. Организаторы уже готовят новые зимние забавы, чтобы радовать жителей округа. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».